rua. Мы сами из Борисоглебска, у нас каждый матч это выезд. Мы 400 километров пробиваем, как говорится, каждую игру, когда едем на наш стадион и по возможности посещаем выезда. Вот человек первый раз приехал на выезд. Это мой первый выезд. И вот его, да, есть сын на первый выезд. Вот человек впервые приехал на море. Первый раз увидел море, сегодня искупался тоже, поэтому факел. Мы ему благодарны за то, что он делает возможность факел осуществлять мечты просто. Да, просто осуществлять мечты. Я бы никогда не доехал, если бы не факел, я не понимал. На самом деле, да. Я болею за факел 40 лет, а я не мог команду оставить в такой важный для нее момент. Пришлось брать отпуск, но так как за факел с 96 года, определенно есть история, которая длится испокон десятилетий, со времена деда-отца, поэтому любой случай, который может нас, так сказать, отправить на матч факела на гостевой, мы всегда очень рады и все делаем для того, чтобы сюда приехать и поболеть за нашу любимую команду. Приехали поддержать любимую команду, наш любимый факел. А если сопоставлять с другими выездами, ну, плюс большой, что несмотря на то, что на календаре сегодня 1 ноября, нам удалось поплавать в море, и как бы вода достаточно теплая, и ну, очень хорошо и тепло здесь. Также вот и детей стараемся брать в этот раз. Вот дочка с нами старшая поехала, и ну, как бы она и сама тоже рада, что вот есть возможность поехать. Дальше планируем ехать в Грозный после этого, и как бы тоже в такой компании. Зимой и летом, и в стужу, и в зной, мы всегда болеем за факел родной. Thank you.
вначале бы этот гол засчитали бы, возможно, игра бы по-другому сложилась, но игра сложилась так, как сложилась, так что сейчас будем разбирать. Сегодня в основном играли те, кто не принимал участие со «Спартаком», поэтому не могу сказать, что чего нам не хватало, не знаю, будем разбираться.